Олимпийские чемпионы, стоя на высшей ступени пьедестала почета, знают только они. Нам остается лишь сквозь собственные слезы гордости и радости за них наблюдать, как спортсмены, люди с несгибаемой волей, тоже не могут сдержать чувств. После триумфа в Турине фигуристка Татьяна Татьмянина заявила: «Сегодня мы сделали все, что было в наших силах, и я пыталась не заплакать на пьедестале, но у меня этого не получилось». А ее партнер Максим Маринин искренне объявил себя самым счастливым человеком на свете. Пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира Татьмянина и Маринин, выиграв олимпийское золото, еще раз доказали, что в парном катании наши спортсмены непобедимы. Ведь мы ни разу не оставались без золотых медалей, начиная с Олимпиады 64 года в Инсбруке. С нашей стороны мы очень рады, то, что было очень много российских болельщиков. Это очень сыграло позитивную роль. Ну, это же наши, кричат, орут. На самом деле, когда ты устаешь в программе, у тебя уже нет сил, и ты слышишь заряд вот этой энергии, которую тебе доносит из трибун, ты заряжаешься и продолжаешь кататься, и я не знаю, у меня вот, честно говоря, на произвольной программе открылось второе дыхание, когда во второй половине нашей произвольной программы болельщики, ну, я не знаю, они уже, по-моему, стояли на ушах. И это очень-очень помогло. Благодаря им, ну, я не могу сказать, конечно, что это стопроцентный их результат, но поддержка зрителей очень помогает спортсменам. Кстати, не в первый раз спортсмены, приходящие в нашу студию, начинают с благодарности болельщикам. А мне кажется, что это мы, зрители, должны благодарить их за ту радость побед, которую они нам подарили. Кстати, не удивляйтесь, сегодня у нас, вопреки традиции, сразу два гостя. Фигуристов, выступающих в паре, разделить ну просто никак нельзя. Можно даже сказать, что до сих пор и жизнь у них была одна на двоих. С самого детства бесконечная вереница дней, которые они проводили вместе на льду. Кстати, после победного выступления в Турине Таня сказала: главное в нашем успехе то, что, несмотря на все сложности, мы верили друг в друга. Представляете, как вот так можно было не победить? Смотрите, как они все болеют, с ума сходят. По-моему, Антон Табаков круче всех кричал. Что касается меня, то чтобы избежать, так сказать, преждевременного и эмоционального всплеска, вот именно морально, эмоционально быть готовым, я за 2 недели выключил все телевизор, радио, потому что много шло информации об истории Олимпийских игр, как медали там отливали, начали показывать. Вот, все это я дело быстро выключил, то есть это не для меня. Поэтому, когда мы выходили на старт, мы так смотрели друг на друга, и говорили, ну, я говорю: «Тань, ну что, прокатик, как на тренировке?» «Да, поехали». И, в общем, именно вот это, я думаю, что как бы помогло нам эмоционально сохранить, помогло сохранить нам силы и выполнить ту задачу, которая была перед нами поставлена. Я вообще не люблю себе смотреть передачи, читать газеты, поэтому я не обладала никакой информацией, что происходит вокруг. Приходила, тренировалась, и до последнего момента я старалась как бы придерживать этот час, когда вот все случится. Я старалась жить не то, что день за днем, а час за часом. То есть сейчас там 2 часа дня, мне нужно сделать это, и даже не думать, что будет через час. Вот я старалась как бы придерживать время, и, наверное, за счет этого
как и Максим, не дала себе себя расплескать. Татьяна и Максим в Турине получили высочайшие оценки, ставшие рекордными даже для их блестящей карьеры. То, как катались Татьмянина и Маринин, представившие в качестве произвольной программы свою трактовку «Ромео и Джульетты», без сомнения, было не просто спортом, а настоящим искусством на льду. Едва завершив программу, Максим встал перед Татьяной на колени и поцеловал руки своей партнерши. И в этом жесте было неподдельное чувство благодарности за все то, чего они вместе добились, пройдя через годы изнуряющего труда, тяжелые физические и психологические травмы. Ну, если честно, вот это первый раз, когда это все вижу вот так вот. Здесь Таня говорит: «Максим, представляешь, все, все». Народ вообще так и довольный. А что, плакать, что ли? Бублик получили. Тяжелый оказался. Приятно так шею оттягивает. 450 грамм. Для вот парников было два, скажем так, пути. Либо пойти и делать трюки, как мы называем, обезьяны на дереве, либо же пойти по классическому пути. То есть и за то, и за другое ты мог получить наивысший уровень сложности. И мы выбрали более классический, что нам больше подходит. Именно вот на Олимпийских играх мы получили достаточно хорошие уровни. То есть у тебя всегда есть выбор. Иди крути 4 оборота и падай на голову. И иди сделай 3, но шикарно. Еще живо в памяти и драматическое выступление основных соперников нашего дуэта, китайской пары Дан Джан и Хао Джан. Видя, что превзойти россиян невозможно, представители КНР решили войти в историю, первыми в мире, выполнив четвертной сальхов с выброса партнерши. Однако элемент не удался, спортсменка получила травму. В этот момент зрители во всем мире вздрогнули и замерли в ожидании. Очень чувствительное падение. Я не уверен, что партнерша сможет продолжать кататься. По-видимому, не сможет. Но пара программу все же откатала. Все заговорили о героизме китайской спортсменки. Многие удивлялись, почему на пьедестале наша Татьяна лишь очень сухо пожала ей руку. Наверное, забыли, что еще на чемпионате мира перед решающим выступлением Хао Джан, как многим показалось, не случайно врезался на высокой скорости Татьмянину и сбил ее с ног. К счастью, тогда обошлось без травм. Не могу сказать, что мы их боимся, но как бы всегда не расслабляешься, скажем так, с китайскими спортсменами. Потому что спортсмены сильные, и мы чувствуем, что с их стороны идет целенаправленная работа как бы по устранению соперников. Ну, не то, что там это было сделано специально, как бы, что там Таня попала, так сказать. Но вот, скажем, например, в Турине, да, когда мы вышли на разминку, мы не смогли сделать практически ни одного элемента. То есть было все в торопях и так смешано. И одна мысль вот у меня была, только бы вот здоровыми выйти на старт. Потому что с разных сторон разбегались как бы спортсмены и делали параллельно элемент. И в это время сделать, пройти там где-то между ними было очень сложно.
Я хочу сказать, что очень хорошо, что с нами в разминке были Маша и Алексей, потому что все-таки, когда присутствует кто-то из своих, все равно немножко чувствуешь себя как бы комфортнее, чуть-чуть поувереннее. Вот. И это, вот, конечно, тоже сыграло свою роль определенную. Поэтому здесь только тонкости и нюансов, что это должно все вот где-то там, на небе, вот совпасть, чтобы получился такой вот результат. Конечно, невозможно посчитать, сколько слез радости было пролито российскими болельщиками в момент, когда у Татьяны, стоящей на пьедестале, заблестели глаза. Как невозможно и забыть всеобщее разочарование, когда после победного выступления в Турине спортсмены объявили о своем уходе из любительского спорта. Кстати, тогда их тренер Олег Васильев предсказал, что теперь весь пьедестал ближайшего чемпионата мира будет китайским. А вот Татьяна говорит: не думаю, что мы будем последними в череде российских чемпионов. В России сейчас есть такие пары, которые смогут повторить наш успех, если будут трудиться так же, как мы. Я вообще такой человек, я не люблю делать ошибок. Это связано вообще и по жизни, и в спорте, где бы то ни было. И я всегда и везде стремилась быть первой. Страха, в принципе, не было. То есть где-то в глубине души я всегда мечтала быть олимпийской чемпионкой. Но это не было так, что я показывала всем вокруг, что я королева и что я там буду. То есть это было где-то внутри, и постепенно мы с Максимом шли к этой цели. У меня не было такого, что вот я хочу быть олимпийским чемпионом, я им буду. То есть такого не было. Мне всегда нравился процесс движения вперед. То есть и, честно говоря, я не боялся ошибаться, потому что как бы любые ошибки, они все равно чему-то учат. В 80-е годы, когда Татьяна и Максим только начинали заниматься фигурным катанием, в нашей стране был самый настоящий культ этого вида спорта. Одни родители приводили своих малышей на лед, видя в них будущих чемпионов. Другие – для того, чтобы поправить на свежем воздухе здоровье. Или просто занять особо непоседливых. 5-летнего болезненного Максима в секцию фигурного катания привела бабушка в 82-м году. Это было в его родном Волгограде. Татьяна родила в Перми. И там же встала на коньки в 4-летнем возрасте. Ее мама когда-то увлекалась фигурным катанием. И, возможно, в дочери захотела реализовать свои спортивные мечты. Начиналось все очень печально, потому что как бы кататься я особо не хотел. Потому что, ну, в общем, это было желание родителей. Я как-то вообще не задумывался о том, что хочу я или не хочу. Ну, вот. Ну, я валял дурака, когда все дети уже моего возраста так более-менее уже передвигались по льду, я все перебирал руками по бортику, падал. Вот. На что папа мой, он так терпеливый человек, он так смотрел. И говорит: если ты сейчас не отпустишь руки и не поедешь, я, говорит, я уйду отсюда, оставлю тебя здесь и больше за тобой не приду. Вот. И я, видимо, страх такой вот заставил меня в 4 года, там, в 5 лет отпустить руки и поехать. И вот именно как бы вот этот вот момент, когда я вот что-то смог сделать сам, вот он, видимо, такой вот отпечаток оставил, что вот мне понравилось. Потом как-то у меня стало лучше получаться, какие-то успехи начались, и так вот в процессе, в общем, пошло-поехало. И Татьяна, и Максим вначале занимались одиночным катанием. К 16 годам у Максима не было особых спортивных достижений, да и рост стал неподходящим для одиночника. Мальчик вытянулся до 187 сантиметров. Нужно было либо уходить из спорта, либо искать пару. Но в Волгограде школа парного катания на тот момент была очень слабой. И тренер Максима Михаил Маковеев устроил своего ученика в Ленинградское училище Олимпийского резерва. Как иногда шутит мама Маринина, Татьяна Алексеевна, сын поехал в Петербург за партнершей. Но как раз с партнершей ему долго не везло. За 3 года их сменилось 3. Каждый раз не совпадали характеры. Все они были старше Максима и просто не воспринимали его всерьез.
Ух ты, ничего себе, тройной лот. Да ты еще в Перми. Был такой момент, мне было 14 лет, когда я решила, что, ну, все, не стоит больше кататься, потому что кататься в Перми в одиночном катании, ну, просто не было смысла. И я приехала, как я тогда думала, на свои последние соревнования по фигурному катанию. Но, как оказалось, это были мои последние в одиночном, но, скажем так, очень перспективные соревнования для парного катания. Потому что на тех соревнованиях наша бывшая тренер Наталья Павлова подошла и предложила: вот у меня есть мальчик, не хочешь попробовать? То есть Максима я знала как одиночника, потому что наши тренера очень дружили, и мы пересекались еще в одиночном катании на соревнованиях. И я знала, куда, кому. И решила попробовать. Ну, почему нет? 14 лет, либо все бросать, либо что-то новое попробовать. Говорить о том, что отношения Татьяны и Максима сразу складывались идеально, нельзя. И в этой паре было противостояние. Борьба за лидерство. Максим вспоминал однажды о том, как на их первом совместном сборе в Самаре разучивали тодосы, элемент, когда партнер, держа за руку партнершу, крутит ее вокруг своей оси. Маринин, боясь уронить Татьмянину, сильно сжимал ее руку, а она, думая, что он нарочно хочет ей сделать больно, царапалась в отместку. Ой, какие мы были молодые. Ой-ой-ой, Максимчик. Мой любимый прыжок. Я ненавижу тройную подкрутку. Да, я не знаю. Я вообще как-то фигурное катание не очень. А ведь помимо притирки друг к другу, они оба еще и боролись со сложностями новой жизни в большом городе. Максим жил в общежитии училища Олимпийского резерва, которое закрывалось на лето. И вот тогда-то и начиналось самое тяжелое время. Надо было искать какое-то жилье. Родители, оставшиеся в Волгограде, помогали, но их возможности были крайне ограничены. Я в Питер приехала с мамой. Мама меня не отпустила, естественно, одну, потому что я единственная, что есть в ее жизни. Поэтому мама бросила все и положила все силы, все, что у нее было, в меня. Мы приехали в новый город, большой достаточно, без прописки. Первый год я не могла пойти в школу. Мама не могла работать. То есть моя мама получила прописку питерскую через 8 лет. До этого мы жили непонятно где, на каких-то съемных квартирах, где придется. Каким-то образом выживали. Но, знаете, ничего легко не дается в этой жизни. То есть если бы у меня была семья с достатком, я думаю, что ничего бы я не добилась. Надо отметить, что в фигурном катании трудно найти спортсменов, с которыми не был бы связан какой-либо тренерский скандал. Поначалу наши герои тренировались у Натальи Павловой, под руководством которой они вошли в элиту мирового фигурного катания. Но Татьяна и Максим хотели большего, они стремились к победам. И потому обратились к знаменитой Тамаре Москвиной. Тамара Николаевна тогда отказалась с ними работать, ведь была занята с лидерами Бережной и Сихарулидзе. Ну вот, скажем, когда пошли разговоры, все равно мир тесен, и слухи, как бы, земля, так сказать, слухами полнится. Все равно кто-то до кого-то информацию доносит. И, конечно, для любого тренера это, ну, неприятная ситуация. Вот, поэтому было просто очень много эмоций по этому поводу. И просто ситуация сложилась так, что, естественно, пошли разногласия. Вот.
Мы вернулись обратно к Наталье Павловой, прокатались еще какое-то время, но уже наладить как бы те отношения, которые были, уже не было возможным. Поэтому... Мы в очередной раз попросили их с Тамарой Николаевной. Но у нее опять не было возможности нас принять в свою группу. Но она предложила нам вариант Олега Васильева. То есть вот сегодня я могу сказать большое ей спасибо за это. Потому что если бы тогда вот не случилось так, что Олег не приехал и не поздравил ее с Новым годом, а она в этот же день не предложила ему работать с нами, то ничего бы просто не случилось, и мы бы никогда не встретились. Тот момент, когда Татьмянина и Маринин перешли к Олегу Васильеву, в тренерском мире он был человеком новым. Гораздо больше он был известен как фигурист. В 80-е годы в паре с Еленой Валовой трижды выигрывал чемпионаты мира. Столько же раз был чемпионом Европы. А в 84-м завоевал золото на Олимпиаде в Сараево. К этим громким титулам Валову и Васильева привела как раз Тамара Москвина. А Васильев, в свою очередь, привел Татьмянину и Маринина к титулам пятикратных чемпионов Европы, двукратных чемпионов мира и к олимпийскому золоту. Но чтобы всего этого достичь, спортсменам еще в самом начале совместной работы пришлось радикально изменить свою жизнь. Ведь новый тренер жил не в Петербурге, а в Чикаго. И Татьмянина с Марининым отправились в Америку. Для меня, в общем, эта ситуация была как бы не новая, потому что я приехал один в город Санкт-Петербург, то есть был предоставлен сам себе. Тоже было по-разному, тоже было непросто. И как бы я знал, что переезд туда, это будет, скажем так, еще раз начать сначала. Как бы повторить... путь вот именно вот адаптации к новым условиям. Я понимал одно, что там у меня есть шанс. То есть есть человек, который заинтересован на 100% в нашем результате. И это было главное. Для нас финансовый этот переезд был очень тяжелый. Но мама осталась в России плакать. Это было, в общем-то, самый... Вот первый год был самый сложный, потому что ты... все равно первое время мы зависели от тренера, так или иначе. Мы тренировались, уставали. Во время трансляции Олимпийских игр в Турине комментатор приоткрыл секрет личной жизни этих спортсменов. К сожалению, не существует статистики, но по собственным наблюдениям могу сказать, что пары на льду почти в половине случаев бывают парами и в жизни. Это неудивительно, ведь проводя вместе столько времени, они просто становятся самыми близкими людьми. А времени на личную жизнь вне ледовой арены у фигуристов просто не хватает. Татьяна и Максим тоже были вместе. Но потом к Танюше пришла новая любовь. Вот, был такой момент, конечно, но сейчас не стоит об этом вспоминать, потому что все, что было, все прошло. Я очень долго боролся с гордыней со своей. И для меня как бы я всегда старался следовать принципу, как бы вот возлюби ближнего своего, как самого себя. И я считал, что и раз так случилось, значит, что-то я делал неправильно. Что-то, значит, было что-то во мне. И это как бы ситуация, это испытание. Именно для меня, в первую очередь. Для того, чтобы стать лучше. Стать, как бы, может быть, мудрее. Опять же, я всегда старался искать, как бы, положительные моменты во всем этом. И... процесс был долгий и мучительный для меня, но я считаю, что лично для меня как бы он пошел на пользу. Нередко
Нередко любители фигурного катания задаются вопросом, почему в соревнованиях спортивных пар всегда меньше участников, чем в танцах или у одиночников. Ответ на этот вопрос довольно прост. Спортивное парное катание до такой степени насыщено акробатическими элементами, что стоит в первом ряду по травматичности. После одного из соревнований турнира «Скейт Америка» в 2004 году существование в спорте пары Татьмянина-Маринин оказалось под большим вопросом. Во время исполнения произвольной программы случилось то, о чем и сейчас весь мир вспоминает с содроганием. Максим поднял Татьяну на вытянутой руке и потерял равновесие. Татьмянина упала вниз головой, более чем с двухметровой высоты. Говорят, первое, что сказала Таня, придя в себя, успеем ли мы подготовиться к Кубку России. Они не просто успели подготовиться за пару месяцев, но и выиграли его. Мы работали с психологом, с Еленой Дерябиной, вот очень так плотно работали. Но я считаю, что эта ситуация, мы с блеском ее разрешили, выиграли чемпионат мира после этого в Москве. И эта ситуация как бы, во-первых, помогла нам задуматься о том, что насколько мир хрупок и как бы насколько нужно беречь друг друга, во-первых. И во-вторых, просто эта ситуация нас сделала сильнее, то есть морально подготовила нас. Ну, я не могу сказать, что мы стали на голову выше, но мы прошли то, что, ну, как бы, другие пары, в общем, с этим не, кто-то не сталкивался, а кто-то сталкивался, но это было давно. То есть, в общем, морально нас, как бы, это все дело, эта неудача временная сплотила, объединила и сделала сильнее. Мне повезло больше. Я ничего не помню, ничего не видела. То есть, такая дурочка упала на голову. Подняли и дальше поехала. Честно говоря, всегда становится приятной неожиданностью, когда наши гости, настоящие звезды, еще и оказываются такими милыми, искренними и обаятельными, как сегодняшние. Спортсмены нередко шутят, есть ли жизнь после большого спорта? Вот вечный вопрос. И, кстати, история показывает, что именно после фигурного катания жизнь есть, и чаще всего она складывается удачно. Поэтому я желаю нашим героям в жизни после большого спорта найти свое большое счастье, которого они так достойны. Мысли какие-то крутились в голове и до Олимпийских игр, и это более стало актуальным, когда ты сошел с пьедестала. А что дальше? Ну, пока мы катаемся. То есть сейчас у нас такое время, когда хочется поработать для себя, покататься в удовольствие и, ну, не секрет, заработать каких-то денег для того, чтобы устроить свою жизнь именно комфортно на бытовом уровне. Потом, не знаю, пути, как говорится, неисповедимы. Никогда нельзя зарекаться ни от чего. Но в ближайшее время я все-таки вижу возле фигурного катания. Либо мы будем кататься, либо я буду тренировать. Еще у меня есть такая мысль пойти помочь нашим русским спортсменам быть техническим специалистом, участвовать в новой судейской системе. То есть, опять-таки, это все возле фигурного катания. Есть такая глупая, очень глупая идея открыть собственный салон красоты, но я понимаю, что это никогда не случится. Ну почему же, Таня? Ну, во-первых, я такой человек, я не люблю сидеть на одном месте. Я привыкла, мы вот как цыгане, знаете, сам собрали вещи, пожитки свои, поехали. Куда нас привезут, чего? Это уже не важно. Главное не сидеть на одном месте.